Уже с 1 января нового года работодатели обязаны будут предоставлять сотрудникам дни для прохождения диспансеризации, причем оплаченные. Это стало возможным благодаря федеральному закону, в котором появилась новая статья. Она как раз и прописывает гарантии для работников. Отныне раз в 3 года сотрудник вправе получить 1 день, чтобы пройти медицинское обследование. Те, кому до пенсии осталось 5 лет или работающие пенсионеры, диспансеризацию могут проходить чаще, раз в год. От сотрудника требуется лишь соответствующее заявление. Кстати, в программу профилактических обследований в этом году введен онкоскрининг, который направлен на раннее выявление рака. По данным Территориального фонда обязательного медицинского страхования, с начала 2018 года диспансеризацию и профосмотры в крае прошли около 900 человек. Сотрудники фонда надеются, что в следующем году население региона будет активнее пользоваться государственными гарантиями.